Сегодня мы хотим поговорить о штабелерах. Это вот ручной штабелер рядом со мной расположенный. Потом я продемонстрирую гидроаккумуляторный и самоходные штабелеры. Ручные штабелеры относятся к начальному классу и предназначены для обработки товара на складах с незначительным грузооборотом. Как правило, 10-15 тонн – это максимум. Значит, его единственное преимущество – то, что он самый дешевый из перечисленных групп. Вот. Все остальное относится к недостаткам, потому что вы сейчас можете убедиться, что поднятие груза на этом штабелере представляет собой довольно серьезную задачу. На один качок, если заметите, вилы поднимаются очень незначительно. То есть для того, чтобы поднять этот штабелер на высоту 2,5 метра, а именно эта модель сейчас представлена у вас перед глазами, уйдет от 3 до 5 минут от интенсивности качков. Спуск осуществляется более просто нажатием рукоятки на ручки управления. Есть еще серьезный недостаток именно в самой ходовой части штабелера, и связано она с тем, что управляется штабелер довольно-таки с затруднением. Значит, для того, чтобы изменить направление штабелера, нам нужно приложить довольно-таки серьезные усилия, поскольку управление осуществляется только за счет того, что я меняю направленность силы по отношению к рулевым колесам. Без груза это представляет усилия достаточно серьезные, с грузом это, соответственно, все значительно усложняется. Вот. Но тем не менее, значит, если вам нужно снять груз или поставить на машину, и таких случаев у вас довольно-таки незначительное количество в течение дня, то в принципе такой штабелер вам на складе нужно иметь. Следующим я хочу продемонстрировать штабелер, относящийся к другой категории. Это гидроаккумуляторные штабелеры, у которых подъем и спуск осуществляется за счет энергии батареи, которая находится внутри вот этого аккумуляторного отсека, а перемещение происходит за счет усилий самого оператора. Значит, здесь представлена модель болгарской фирмы Veni, которая от других аналогичных штабелеров в первую очередь отличается тем, что у него рулевая рукоятка передает усилие на два колеса. Если вы заметите, то оба колеса вращаются. Это является положительным фактором для изменения направления штабелера. Другим серьезным отличием от аналогичных штабелеров других производителей является то, что напряжение, которое подается на электродвигатель подъема, 24 вольта. Это позволяет экономно расходовать заряд батареи и осуществлять на штабелерах данного производителя обработку груза до 60 тонн на одном заряде батареи. И по сравнению с предыдущей моделью, полностью ручной, подъем осуществляется значительно быстрее. Данный штабелер позволяет экономить на погрузочно-разгрузочных работах от 5 до 7 раз по сравнению с ручным штабелером. К следующему классу относятся самоходные штабелеры. Я вам продемонстрирую штабелер, опять же, той же фирмы болгарской Veni,
как он работает. Полностью здесь все электрифицировано. И передвижение, как видите, достаточно нажать клавишу управления вперед-назад. И подъем. Есть две скорости спуска. И можно их, нажав на две клавиши, ускорить спуск велосипедного механизма, если опускание происходит без груза. Преимущество данной модели перед другими в том, что можно, не опуская рукоятку, передвигать штабелер. Это режим так называемой черепахи. Скорость при этом снижается по сравнению с номинальной в два раза, но такой режим позволяет экономить пространство между стеллажами, что позволяет ограничить это расстояние, ширину коридора, до 2 метра 200 миллиметров. Еще одно преимущество перед другими типами штабелерами заключается в том, что у нас стандартная модель может работать на складах с температурой до минус 20 градусов. В основном, как правило, штабелеры работают в теплых помещениях от плюс 5 градусов. Значит, эти штабелеры позволяют полностью обеспечить цикл погрузочно-разгрузочных работ, как снятие груза, полетизированного груза со стеллажей, так и передвижению по складу. Скорость у него довольно приличная, без груза до 6 км в час. То есть человек, в принципе, быстрым шагом может ходить за ним. Как дополнительные опции, к нему придается откидная площадка, на которой человек, в принципе, может ездить. Болгарский штабелер фирмы Veni. И хотя он собран в Болгарии, комплектующие у него используются практически со всего мира. Немецкий карный профиль, из которого изготовлена мачта корпуса. Аккумуляторы, которые стоят в аккумуляторном отсеке, они могут быть как польского производства, так и болгарского. Но это фирма Enersys, которая по аккумуляторам тяговым занимает примерно 30% мирового рынка. Это зарядное устройство к аккумулятору, итальянская Zevan фирмы. Это контроллер, который управляет скоростью движения штабелера, итальянский Zappi. Мотор-колесо немецкого производства, фирмы Gotta. Колеса и ролики итальянской фирмы Telur Rota. И колеса с кронштейнами опорные. Немецкого производителя Rollen & Fabrik. Гидроагрегат болгарские фирмы Caproni. Гидроцилиндры итальянские.